Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Nectar of Instruction, verse number 7. Итак, мы читаем Нектар наставлений, стих 7. Сьят Кришнанам Чаритади Ситапья Видья Пито Патапта Расанашья Нарочикану Кинва Дарат Анудинам Калошай Ваджаства Свадви Крамат Бхавати Тадгадамулахантри. Татьяна. Сьят Кришнанам Чаритадис Ситапья Видьям Пито Патапта Расанасья Нарочикану Кинтва Даратану Динам Калусайва Джуштам Свадви Краман Бхавати Тадгадаму Лахантри. Окей, Адридан. Сиддхат Кришна Нама Чаритади Ситапья Видьям Пито патапта расанасья нарочикану кинтва дарат анудинам калу саева чушта свадви крамат бавати тадгадаму лахантри. Yes. Who else is in my disciples? Кто еще есть ученики Гуру Махараджа здесь? Прочитайте, пожалуйста, Гуру Крама Прабу. Можете? Do you have a book? Maybe you don't have a book. Maybe. Okay. Хари Кришна, да, у меня нет книги под рукой, к сожалению. Да, Махарадж уже так и понял. Да, Матаджи, давайте. От Кришна нам Питати Ситапьяй Авья Питу Пата Тарасанасья Наручикану Ким Арурат Атарат Анучикам Калусай Ваджушта Сади Приаматха Ачитанга. Okay, good. Is Braja Rani there? Braja Rani, what is this? Oh, you can't tell me. Okay. Yes. Okay. Okay. So read the translation. Перевод стиха. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны трансцендентные и сладкие, словно леденцы. Хотя язык больного желтуха и обиди, невежества, не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем. Okay, so Srila Prabhupada begins his purport mentioning or telling us how the holy name of Krishna is full of so much sweetness. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с того, что он говорит, насколько имя Кришны наполнено сладостью. Not only Krishna's name, but also Krishna's qualities, Krishna's pastimes, Krishna's forms, they're all full of transcendental bliss. Но не только имя Кришны, но также его качества, формы и деяния наполнены трансцендентного блаженства. But somehow we're not able to relish or to appreciate the bliss which is there. Но мы так или иначе не можем оценить это блаженство, которое там присутствует. So this inability which we have to
to appreciate the taste of the holy name is compared to the disease of jaundice. И тот вкус, который мы можем оценить святого имени, мы можем оценить его только в сравнении. Здесь Шрила Прабхупада сравнивает с желтухой. Jaundice is quite common in India because it gets very hot and it's very easy to get this problem. Желтуха достаточно распространена в Индии, потому что здесь очень жарко, и поэтому достаточно легко получить эту болезнь. You drink some water which is not pure, then you can get jaundice. Грязная вода, допустим, может быть причиной желтухи. Or you take too much fried food, too many things with oil or ghee, then it can also bring on jaundice. И также, если, допустим, мы вкушаем какую-то очень масляную пищу, которая содержит очень много ги или растительного масла, это также является причиной желтухи. So when you get jaundice, the eyes go yellow, and not only that, it's not only the eyes go yellow, but also you don't have the ability to taste things the same way. И когда человек заболевает желтухой, его глаза становятся желтыми, и не только это, он теряет вкусовые ощущения, он не чувствует так, каким вкусом обладает на самом деле. Something which is very supposed to be sweet, the sweet thing will taste bitter due to the disease, due to the jaundice. Из-за желтухи какие-то сладкие вещи кажутся человеку горькими. And the problem is the disease of the liver. The liver is in an unhealthy condition. И эта проблема исходит из того, что печень приходит в нездоровое состояние. So the same way this jaundice is compared to our own ignorance, which affects our ability to taste the pleasure in the holy name of Krishna. И желтуха сравнивается с нашим неведением, которое мешает нам почувствовать вкус. The taste of what? The taste of the holy name. Taste of Krishna. Почувствовать вкус святого имени. Right. So how to overcome this disease? I had this disease when I first came to India long ago. I was in Delhi in the summer and it was very hot and I drank some water, not very clean somehow, because there was no mineral water in India in those days. И как преодолеть эту болезнь? Когда я первый раз приехал в Индию, в Дели, я заразился желтухой. Был очень жаркий день, и я попил воды, которая была не совсем чистой. Здесь не было в те времена минеральной воды. So usually what we'd take the water and we'd boil it first. But if the water is not boiled properly or not filtered properly, then there may be some contamination in it and you can get sick. И чтобы использовать воду, ее нужно сначала хорошо прокипятить должным образом. И если этого не сделать, то можно заболеть. So when I got sick, I went to doctor, and the doctor said, "Oh, you've got jaundice." So I said, "Oh, okay, what's the medicine?" He said, "No, there's no medicine." И когда я заболел, я пошел к доктору, и доктор сказал, "О, это желтуха." И тогда я спросил, а каково же будет лечение? Он говорит, да, лекарств для этого нет. He told me, he said, you just have to take rest and gradually you'll get better. И он сказал, вы просто должны больше отдыхать и постепенно вам станет лучше. But then other devotees, they told me, you should drink the sugar cane juice.
но другие, но преданные мне сказали, что поможет тростниковый сок. In India, сахарный сироп. In India, they grow a lot of sugar cane, and people sometimes people come around. They have one machine which crushes the sugar cane, gets all the juice out the sugar cane, and they sell big glasses of sugar cane juice, the water from the sugar cane. И в Индии в большом количестве выращивается сахарный тростник, и люди собирают его, и там есть специальные машины, которые тут же давят с тростника тростниковый сок. So when I heard that I should drink sugar cane, I thought, well, this sounds very nice. This is a good medicine. I thought I'm happy to drink that. Когда я услышал, что лекарством будет тростниковый сок, я подумал, весьма здорово, хорошее лекарство. When you're healthy, to drink sugar cane juice is very, very pleasing, very sweet, and you enjoy it. But when you're sick, if you have jaundice, and you drink the sugar cane juice, it's very bitter. Когда вы здоровы, то когда вы пьете этот тростниковый сок, он кажется вам очень приятным на вкус, но когда вы больны желтухой, он становится для вас очень горьким. And to drink the sugar cane juice is very unpleasant. It tastes really horrible to, because you're not healthy, because the liver is not working properly. So the sugar cane juice tastes very bitter and unpleasant. Я пил этот тростниковый сок, когда вы больны желтухой, и его вкус кажется вам просто очень ужасным. И на вкус он очень-очень горький. But there's no other cure. You have to keep drinking. You have to keep drinking, and gradually, gradually it becomes sweeter tasting. Но другого лекарства нет, и поэтому вы должны пить этот сок постоянно, и постепенно вкус становится слаще. So the same situation is here with chanting the Hare Krishna mantra and relishing topics of Krishna, that because we are contaminated, because we are conditioned souls, we don't taste the nectar of the holy name or the nectar of Krishna's pastime. И то же самое происходит со святым именем. Мы не можем наслаждаться им, потому что мы обусловленные души, мы не чувствуем нектар святого имени. But the cure is to keep hearing. You don't go away, you don't give up. You just stay, you keep trying to chant, and you keep trying to hear, and then gradually we develop some taste. Лекарством является постоянное слушание и постоянное воспевание. То есть вы должны поддерживать эту деятельность и постепенно вы почувствуете вкус. So take some time to recover our health. Just like when you get sick, you don't just take the medicine one time and immediately you're better. You have to take the medicine regularly and gradually, slowly, you get your health back. И выздоровление не происходит в одночасье. Это подобно тому, как невозможно принять одну таблетку и тут же выздороветь. То есть нам необходимо время, и постепенно здоровье возвращается. So the same way, to get our spiritual health back, we have to take up a regular program of Krishna consciousness. И подобным же образом, чтобы вернуть наше духовное здоровье, мы должны участвовать в регулярных программах сознания Кришны. We have to very faithfully hear and chant, and gradually we will develop some taste for these things. И мы должны с верой слушать и воспевать, и тогда постепенно мы получим этот вкус. Now we see often people are more attracted to materialistic things. They're more attracted to the materialistic way of life than to Krishna consciousness.
И часто мы видим, как люди больше привлекаются материалистичным образом жизни, нежели сознанием Кришны. This is the unhealthy condition. This is a disease. Это нездоровое состояние, это болезнь. We have to understand our situation, that we're, because of our conditioning, we're attracted to material life. И мы должны понимать ту ситуацию, в которой находимся, что из-за нашей обусловленности мы привлечены материалистичным образом жизни. And when we become attracted to material life, then we forget Krishna. И когда нас привлекает материалистичный образ жизни, мы забываем о Кришне. And when we forget Krishna, then we come under the material energy, and we're going to suffer all the different miseries of the material nature. И когда мы забываем о Кришне, то мы попадаем под его под влияние его энергии, и тогда начинаем страдать от всевозможных болезненных ситуаций в этом материальном мире. So everybody's trying to become happy, and they're thinking they'll find happiness in their material life. Все стараются стать счастливыми, и они думают, что они обретут это счастье в материальной жизни. So material life is based on eating, sleeping, mating, and defending. Материальная жизнь основана на еде, сне, сексе и самообороне. So people try to find happiness. If they don't get happiness from one thing, they try some other thing. Если люди не получают счастья от чего-то одного, они пробуют что-то другое. We may watch one movie and we say, well, that movie wasn't very good. We decide, well, watch some other movie. Например, мы смотрим какой-то фильм, и он нам не понравился, и мы тогда решаем, тогда я посмотрю другой фильм. We eat some type of food, and we didn't enjoy it, so we go to some different kind of food. Если мы едим какую-то пищу, и вдруг она нам не понравилась, то не принесла какого-то наслаждения, то мы ищем другого рода пищу. So everybody's trying to find their happiness, and they're finding it very difficult to get happiness. Каждый ищет счастье, но это сделать очень сложно. And when we tell people you can be happy in Krishna consciousness, people often don't like to accept that. Когда мы говорим людям, вы будете счастливы в сознании Кришны, но люди не хотят прислушиваться и принимать это. The problem is because we have atheistic countries, there are many atheistic governments, and they don't encourage spiritual Krishna consciousness. При том, что существует много атеистичных людей и атеистичных правительств, и они не поощряют сознание Кришны. In Bhagavad Gita, Krishna describes different kinds of people who never surrender to him. Haribo? Yes. You're there? Okay. Yeah. I'm saying in Bhagavad Gita, Krishna describes four kinds of people who never surrender to him. Bhagavad Gita, Krishna описывает четыре типа людей, которые никогда ему не предаются. So these people who never surrender to Krishna, they don't want other people to surrender to Krishna. Эти люди никогда не предаются Кришне, но они не хотят, чтобы другие предавались ему. And sometimes these people who don't want to surrender to Krishna, sometimes they become leaders, they become very important in the society, and they have a lot of power. И такие люди, которые не хотят предаваться Кришне, иногда становятся лидерами, очень важными людьми, очень классными.
So they don't like people like, they don't like devotees, they don't like to see people becoming Krishna conscious. И такие люди не любят преданных и не любят, скажем так, видеть, как люди становятся, как люди обретают сознание Кришны. Just like when people get sick, they don't like the taste of the sweet things, they don't like the sugar. Подобным же образом, как люди, когда они заболевают, им не нравится вкус сахара, им не нравятся сладости. But the sugar is, that sugar cane is the only medicine for jaundice, it's the only cure. Но, тем не менее, тростниковый сок является единственным лекарством от желтухи. In the same way, people may not like Hare Krishna, they may not like chanting Hare Krishna, may not like Krishna consciousness, but Krishna consciousness is the only cure for the people in material life. Подобным же образом люди могут не любить Хари Кришна, могут не любить сознание Кришны, но это единственное лекарство от болезни материального мира. So we have to practice Krishna consciousness very carefully and begins by chanting the Maha Mantra. Поэтому мы очень внимательно должны практиковать сознание Кришны, начинать повторять Хари Кришна Маха Мантру. Because we are in ignorance. And this ignorance can be removed by the chanting of the holy names. Поскольку мы находимся в невежестве, это невежество может быть устранено повторением святых имен. We are all covered by the material energy, and we have to remove that covering by the chanting of the holy name. Все мы покрыты материальной энергией, и мы должны устранить этот покров с помощью повторения святых имен. When we clean our consciousness, then we will not be affected by the material energy. Would you repeat once again, please? When we clean or purify our consciousness, then we will no longer be affected by the material energy. И когда мы очистим свое сознание, тогда материальная энергия больше не будет оказывать на вас влияние. We have to purify this consciousness through chanting Hare Krishna. И мы должны очистить это сознание с помощью повторения Хари Кришна. So it takes, but we don't have taste for chanting Hare Krishna. We don't like to chant. This is our disease. Но у нас нет вкуса к повторению Хари Кришна, нам это не нравится, и это наша болезнь. There's so much nectar in the holy name, but we're not tasting it because we're so diseased. В святом имени так много вкуса, но мы не чувствуем его, потому что мы больны. Rupa Goswami said, "Nobody, no one knows how much nectar there are in the two syllables Krishna." Rupa Goswami говорит, никто не знает, насколько много нектара в этих двух слогах Krishna. When I chant the holy name, I wish that I had many, many thousands of tongues to chant the holy name. Когда я воспеваю святое имя, я хочу, чтобы у меня были тысячи языков, чтобы повторять святое имя. And when the holy name enters into my ears, I wish I had many, many thousands of ears to hear the holy name. И когда святое имя входит в мои уши, я хочу, чтобы у меня были тысячи и тысячи имен, чтобы слышать звук святого имени. When the holy name enters into my heart, then it conquers the activities of the mind. И когда святое имя входит в моё сердце, он побеждает всю деятельность ума. Оно побеждает всю деятельность ума. When the holy name enters my heart, then all my senses have no more power. They lose their power. Когда святое имя входит в моё сердце, то мои чувства теряют свою силу.
So this is Rupa Goswami speaking. He's describing how the pure devotee feels when they chant the holy name. Это то, что говорит Рупа Госвами, описывая то, что чувствуют чистые преданные, когда они воспевают Святое Имя. We are not so fortunate to be on such an advanced level. Но мы не настолько удачливы и находимся на таком на высоком уровне. We are struggling to chant the holy name. We are what? Struggling. Мы боремся. Мы боремся за наше воспевание Святого Имени. Yeah, we find it really difficult. We think, oh, is it so much trouble? Oh, I don't like to do this. I have other things, more important things to do. И когда мы воспеваем Святое Имя, мы думаем, о, ну, это так сложно, это так трудно. У меня так много еще дел. So we have to understand how important it is for us to develop this taste for chanting the holy name. Таким образом, мы должны понять важность воспевания Святого Имени для самих себя. So we can understand how much advancement we're making by how much taste we have for chanting the holy name and for hearing about Krishna. И таким образом мы можем проанализировать, насколько мы продвинуты через то, насколько какой вкус, насколько много вкуса мы испытываем при воспевании и слушании о Кришне. So it's explained there are three different levels at which to chant the holy name. There is the offensive, first of all, the offensive stage, and then the intermediate stage, and then the pure stage. И выделяют три стадии повторения Святого Имени. Это стадия оскорблений, затем такая средняя стадия, средний уровень и высший уровень, чистое повторение. So, when we begin chanting, often we're not so familiar with the offenses, and we may commit many offenses in our chanting. Когда мы начинаем только повторять Святое Имя, мы не слишком обращаем внимание на оскорбления и очень много их совершаем. So, generally in the morning, when we, after the Mangal Arti and after Tulsi Puja, then the devotees may sit and they may recite together the 10 offenses. После утренней службы Тулси Пуджа часто преданные читают эти 10 оскорблений. So one should know these 10 offenses, and we should understand how to avoid these 10 offenses. И каждый должен знать эти 10 оскорблений, и мы должны знать, как избегать. It is said if you chant the holy name for many births, but if we are always chanting with offenses, then we will never get the goal of the chanting, which is develop love for Krishna. Говорится, что мы можем воспевать Святое Имя много-много жизней, но если мы делаем это с оскорблениями, то никогда не разовьем, никогда не придем к цели воспевания, которая заключается в достижении Кришны, развитии любви Кришны. If we are doing offensive chanting, it's better than not chanting, but we're not going to get the real purpose of the chanting, which is to develop love for Krishna. И если мы совершаем оскорбительное воспевание, то лучше не воспевать Святое Имя, но тогда мы не достигнем цели воспевания. However, if one can chant, if one can learn to avoid the offenses and come to the intermediate stage, then it's a great benefit. Но тем не менее, если кто-то убирает, кто-то выходит на безоскорбительную стадию воспевания, тогда он выходит на среднюю стадию, это здорово. If one can chant the holy name at the intermediate stage, that is considered liberation. You're free from sinful activities and you're liberated.
Если кто-то повторяет святое имя на промежуточном среднем уровне, то тогда считается, что он избавился от последствий прошлого, настоящего и будущего, становится освобожденным. Of course, our chanting is not yet perfect, but we're trying to chant, and we're taking care to avoid offenses. Конечно, наше чтение оставляет желать лучшего, но тем не менее мы продолжаем повторять и пытаемся избегать оскорблений. So we have nice examples of devotees who chanted the holy name at the intermediate stage and got great benefit. И мы знаем примеры преданных, которые воспевают святое имя на промежуточной стадии, на средней стадии, и они получают от этого великое благо. The example is the story of Ajamila. Ajamila was a sinful brahmana. He was born in a good brahmana family, but somehow he became very fallen. И это история о Джамиле. Он родился в семье брахмана, но так или иначе стал падшим. He got involved with an uncultured woman, very low class woman, and he was living with this woman, and they had many children together, and he was doing many sinful things. Он вступил в связь с женщиной из низкого класса, очень некультурной женщиной, и они жили вместе, и у них родилось множество детей, и они с этой женщиной вели греховный образ жизни. So Ajamila got very old. In his old age, he had a young son. The young son, somehow he had given the name of the young son, he'd given him the name Narayan. So he would always call for his son. И Джамила состарился, но тем не менее у него был маленький сын, и он назвал его Нараяна, и он все время звал этого сына. So Ajamila was at the point of death, and at that, but just at the point of death, the Yamadutas, the servants of Yamaraj, came, and they came to arrest Ajamila. И Аджамила был на пороге смерти, и за ним пришли слуги господа Ямы, Ямадуты, и с тем, чтобы схватить его. But Ajamila, he saw these men, and he saw the Yamadutas, very frightening, horrible looking. So he called for his son. He called Narayan, he called for his son to come and help him, to save him, to protect him. He called that name Narayan. И когда Джамила увидел этих ужасных, ужасных Ямадутов, он в страхе закричал Нараяна, он звал своего сына, чтобы тот пришел и защитил его. So he was not calling to the Lord, but he was chanting the name of the Lord, and he got the benefit of that chanting at the intermediate stage. Таким образом, он не звал Господа, но он повторил святое имя Господа и получил вот это благо, находясь на средней стадии, на среднем уровне. And in this way he was saved from going to hell, because the servants of Lord Vishnu came and they would not let the Yamadutas take him to hell. They said he is not sinful. И таким образом он был спасен от попадания в ад, потому что пришли Вишнудуту, слуги Господа Вишну, и сказали, что этот человек не греховен, он не может пойти в ад. The servants of Vishnu said, this man has counteracted all of his sinful activities by the chanting of the holy name. Слуги Вишну сказали, что этот человек преодолел все свои греховные последствия всех своих греховных поступков повторением святого имени. So it said, even you chant
you call the name of the Lord without the intention of calling the Lord's name, you get the benefit. You get so great benefit. Если вы повторяете святое имя, даже неосознанно вы получаете великое благо от этого. And we may chant the name of the Lord jokingly, without, you know, someone may say the name just as a joke. They will get great benefit from that. И даже тот, кто в шутку произносит святое имя Господа, получает от этого великое благо. And someone may chant the name of the Lord in a musical performance. They may put the name of the Lord into their song. They will get great benefit from that. Великое благо от этого получают даже те, кто, например, использует имя Господа в каких-то музыкальных представлениях или вставляют имя Господа в текст песен. Although it's not pure chanting, it's not offensive chanting. And so the result is their sinful reactions are destroyed. Конечно, это не является чистым воспеванием, но это не является и оскорбительным воспеванием, и поэтому все их греховные реакции уничтожаются. This is very important to understand the power of the Holy Name to destroy sinful reactions. И очень важно понять силу Святого Имени в разрушении греховных реакций. So, from the chanting of the Holy Name, we can begin to develop some pleasure, to taste some pleasure in devotional activities. И через воспевание Святого Имени мы можем развить удовлетворение, какое-то удовлетворение, наслаждение в деятельности, в преданном служении. So our Krishna conscious society is meant for encouraging people to chant the Holy Name. И общество сознания Кришны, оно предназначено для того, чтобы воодушевлять людей и воспевать Святое Имя. We try to help them to develop a little faith in the chanting. And if they have a little faith in the chanting, then they will become more interested in Krishna consciousness. Мы помогаем этим людям развить веру в Святое Имя, если они эту веру обретают, веру в сознание Кришны. Вот так, если они эту веру обретают, то тогда они становятся, тогда они обретают сознание Кришны. So we see how devotees can go all over Russia, to remote regions in Russia, and even in the most remote regions, they find people who are interested in Krishna consciousness. Вы видите, как преданные разъезжаются по разным регионам России, и даже в каких-то отдаленных местах люди становятся преданными. That they have never heard of Krishna, but when they meet a devotee and the devotee starts to explain to them, then they become very interested. Такие люди никогда не слышали о Кришне, но когда преданный начинает рассказывать о нем, они проявляют очень большой интерес. And sometimes we get people who, after meeting devotees, then they begin to imitate devotees. They start to do like devotees. They shave their head like a devotee. И иногда мы встречаем людей, когда после встречи с преданными они начинают имитировать их поведение. Они бреют свои головы. And so this is very nice. We encourage people to imitate devotees, because in this way they can become devotees. И это очень здорово, поскольку мы воодушевляем людей имитировать поведение преданных, поскольку через эту имитацию они могут стать преданными. So we have to understand there's a process for cultivating Krishna consciousness. И мы должны понимать, что культивирование сознания Кришны — это процесс. In the beginning we have a little interest, a little faith to take interest in the subject. В самом начале у нас есть самый маленький, небольшой вкус, небольшой интерес к этому предмету.
And then we meet a devotee, we start to get some association, and we learn from them. И затем мы встречаем преданных и общаемся с ними и учимся чему-то от них. Then we begin to follow, to do the different activities just as they are doing. We begin to chant. We also study the books and start to learn the philosophy. И затем мы начинаем следовать процессу и делать ту деятельность, которую делают они. Мы начинаем воспевать, читать книги, изучать философию. And when we become serious about Krishna consciousness, then we don't like to go to restaurants or hotels to eat food cooked there. И когда мы становимся более серьезными в сознании Кришны, то мы уже тогда не ходим по ресторанам и отелям, чтобы есть пищу, которую готовят там. We don't smoke cigarettes, we don't drink tea or coffee or Coca-Cola. Мы не курим сигареты, не пьем чай, кофе или Кока-Колу. No, we try to follow carefully that we want to eat food which is prepared by devotees, which is pure, which is offered, can be offered to Krishna. И мы следуем этому процессу очень внимательно, очень осторожно. Мы стараемся есть пищу, которая чиста, которая предложена преданными. So devotee knows he wants to cultivate Krishna consciousness. He has to be very careful about what he eats and what he does. И преданный, который практикует сознание Кришны, он должен быть очень осторожен в том, что он ест и что он делает. Those who are devotees, they don't want to have any illicit connections with the opposite sex. И преданные, они не вступают в незаконные отношения с противоположным полом. They don't want to get involved in gambling and these kind of activities. Они не вовлекаются в азартные игры и всякого рода такую подобную деятельность. Devotee wants to cultivate a genuine attachment to Krishna. Преданные хотят развивать привязанность к Кришне. We have so many things to do for the service of Krishna. We don't have time to do all these things which are just concerned with the material energy. У нас есть так много всего, чтобы делать для Кришны. У нас просто нет времени для того, чтобы заниматься тем, что связано с материальной энергией. We have many books to read. We have the whole Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita to study. У нас так много книг для чтения. У нас есть Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита для изучения. We have so many beautiful Vaishnava songs to sing. У нас много замечательных вайшнавских песен. Мы можем их петь. We have so many mantras to chant. У нас так много мантр, чтобы повторять. We have a lot to do to keep ourselves busy. У нас есть много чего, чем мы можем занять себя. So just like this lockdown, some people find very difficult, they don't know what to do, but for devotees it's not a problem. Находясь на карантине, многим людям очень тяжело, потому что они не знают, чем заняться, но для преданного это не является проблемой. Because the devotee is always busy in Krishna's service, chanting and hearing. Преданные всегда заняты в служении Кришне, воспевании и слушании. So devotee has no attraction for the material energy. The more we cultivate the attraction for Krishna, the less we're attracted to the material, to the Maya. И у преданных нет привязанности к материальной энергии. Чем больше мы развиваем привязанность к Кришне, тем меньше наша привязанность к материальной энергии, к Майе. Майя — это Кришна's energy. And if we surrender to Krishna, then we can easily conquer Майя. Майя — это энергия Кришны. Если мы предаемся Кришне, то мы легко можем победить Майю.
So it's all up to us how much we want to be Krishna conscious. We have to be a little determined. И все зависит от нас, насколько мы хотим быть в сознании Кришны. And then with, if we have a little enthusiasm, determination, these qualities, then we will conquer the material energy. We will develop our taste for Krishna. И если у нас есть решительность и вера, то мы можем победить эту материальную энергию и больше находиться в сознании Кришны. Now sometimes some people come and very quickly, they're very enthusiastic in the beginning. It's very natural for them to chant Hare Krishna. И многие люди иногда приходят, и они очень быстро обретают этот энтузиазм, очень естественно для них воспевать святое имя Хари Кришна. And they take great pleasure in hearing about Krishna and talking about Krishna and chanting Krishna's name. It's like they've been a devotee for many lifetimes. И они обладают настолько большим в слушании, повторении святого имени, как будто они были преданы в течение многих жизней. They may not be following regulative principles. Возможно, они не следуют регулирующим принципам. But somehow they're attracted to hear and chant. So they should be encouraged. We should encourage them. Но так или иначе они привлекаются слушанием и воспеванием, и таким образом мы должны воодушевлять их. You know, you get people coming, they say, oh, I love this chanting, I love this program to hear the philosophy, I love it, all this Krishna consciousness. But you find out they also drink beer or they smoke cigarettes. Иногда люди приходят на программу, и они говорят, о, я так люблю это воспевание, так мне все нравится, но тем не менее вы можете обнаружить, что они пьют пиво и курят сигареты. So they should be encouraged to give up the cigarettes and stop drinking alcohol and become good devotees. Таким образом, мы должны их воодушевлять, бросить сигареты, алкоголь, и они станут хорошими преданными. Yeah, we have to appreciate, you know, that they're new people, they've come, and it's good, they have an attraction for Krishna, so just encourage them to come to the proper standard of devotional service. Нам нравится, когда приходят новые люди, мы должны воодушевлять их, и чтобы они становились на должный стандарт в сознании Кришны. And some people come to Krishna consciousness, they've got some other purpose in mind. You know, they want to get something from Krishna, they're looking to get some wealth maybe or something. So they should be encouraged. Encourage them to become good devotees, to do Krishna consciousness properly. Иногда люди приходят в сознание Кришны, имея какие-то свои мотивы, они хотят богатства или еще чего-то, но мы должны также их воодушевлять, чтобы они занимались сознанием Кришны должным образом. So no matter what a person's mood or attitude is, if they've come to Krishna, then it's very good. So we try to encourage them and teach them the proper standards. И должное настроение – это развить правильное отношение к Кришне через стандарты. Okay, we'll stop there. Ask if there's some questions. Мы здесь остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Yes, there is a question in the chat. It's about the Jamila story. I have to know the explanation that we were celebrated because he chanted holy name purely before he associated with this fallen woman, but not in the end of his life. How to relate these two explanations? Well, according to the Acharyas, they explain that he chanted the holy name when he had the son, and he had the son from the fallen woman.
You know, he was living with the prostitute, and they had the son, and he gave the son the name Narayan. So it was because he was calling the name of his son that he got freed from his sins. И вопрос в том, что история об Джамиле. Я слышала другое объяснение, что он был освобожден, потому что он повторял святое имя чисто до того, как он вступил в связь с этой падшей женщиной, но не в конце своей жизни. И как вот понять эти два объяснения? Махарадж говорит, что он с этой падшей женщиной, у них был сын, которого звали Нарайна, и потому что он именно в конце жизни чисто позвал, то есть в конце жизни позвал его по имени, он был... Что, можно спросить, Елена? Настя, достаточно тебе вот ответа такого? Вопрос еще есть? Сейчас, секундочку. На самом деле, нет, не совсем, потому что я слышала это из лекции Махараджи, и как-то, ну, звучит... Давай тогда сама вот спросишь и то, и другое, потому что, ну... Ну, Махараджи... Я чувствую, не до конца прояснилось. Да, но Махараджи сказал, что из авторитетных источников только так, но вот странно, но обычно Гуру Махараджи ничего сами тоже не, ну, не сочиняют, Гуру ничего сами не сочиняют. Ну, хорошо, ну, значит так, ладно, будем... Будем как-то довольствоваться таким ответом. Спасибо. Окей. Да, Прабу. Хари Кришна, ваше студенческое. Вопрос про выбор духовного учителя. Я задавал этот вопрос буквально недавно, писал Чайтаньячана Чаран Прабу в чате. И спросил, почему я не выбираю духовного учителя. Ну, старшие говорят, что ты сам себе ищешь отговорки, что ты еще не готов там. Вот. А он сказал, ну, Чайтаньячана Чаран Прабу сказал, что это просто лень, это тамас. Нужен энтузиазм, чтобы предаться Кришне. И вы говорили, что многие присоединяются как бы и имитируют преданных. Ну, вот я уже... Лет 5 имитирую, 4 плюс 16, какое-то служение делаю. Но вот это вот энтузиазма предаться Кришне. Вы пропали? Прабу, вы пропали? The question that about how to choose spiritual master. Yeah. And this Prabhu, he just wrote to Chaitanya Chandra Charan Prabhu and asked about this, and he said that just why I don't, I cannot just choose the spiritual master, and he said that you just need to surrender, need to... Prabhu, как вы сказали по поводу, что вам Chaitanya Chandra ответил? Прабу. Он сказал, что это лень. А, лень, да. Он сказал, что это здесь. And Chaitanya Chandra, Charan Prabhu, he told him that maybe because you are lazy, so you don't want to choose to get a spiritual master. And what I don't know really to how to ask you this question, because I think that Prabhu is not in the chat, he is not just he's not here, I think. Maybe I just ask another question, and then when he came back, we just continue. What do you think, Guru Maharaj? Yeah, up to you. Следующий вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Пою киртан, отвлекаясь на мелодию. Очень сложно сконцентрироваться на имени Кришны, как можно петь и медитировать именно на имя. Не на мелодию. The question is that I just do the kirtan and just attract to the melody, and it's very difficult to concentrate on the Krishna's name, and how to sing and meditate
especially on the name, not on the melody. Yes, well, if you're singing, you're doing kirtan, of course, you have to focus, you have to have some attention on the melody. You have to put some care into the melody until it becomes natural. Конечно, когда вы ведете киртан, вы должны уделять некоторое внимание мелодии до тех пор, пока она не станет, ну, чем-то естественным. Gradually, with practice, it will become natural, and you'll be able to concentrate more on the holy name. But initially, you still have to focus on the melody. И постепенно с практикой вы больше сможете концентрироваться на святом имени, но в самом начале, конечно, больше концентрации уходит на мелодии. But even if your attention is on the melody, you get the benefit of chanting at the level of Namabhas. И когда вы концентрируетесь на мелодии во время воспевания, то вы получаете благо от воспевания на уровне намабаса. Kirtan is very helpful for us to develop taste for the holy name. Of course, in kirtan there's musical performance, there's some melody there. И киртан очень помогает нам развивать вкус к святому имени. Конечно, киртан — это такое музыкальное явление, that, и там очень важна мелодия. That kirtan helps us to develop more taste for japa. You do some kirtan, and after kirtan, or before kirtan, you do japa, it will help. The kirtan will help us to have taste for the japa. Киртан помогает развить вкус к джапе, то есть перед киртаном или после него вы можете повторять джапу. So, Lord Chaitanya's program was to encourage everybody in kirtan. Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan. Kirtan, it's the Kali Yuga Dharma. It's very beneficial for people to do kirtan. И на программах, которые устраивал Господь Чайтанья, он воодушевлял всех петь киртан. Это дхарма людей Кали-юги, санкиртана. Of course, in kirtan there will be chanting, and if you're doing chanting, you also should hear. И во время киртана вы воспеваете святое имя, и когда вы воспеваете, вы в то же время должны слышать, вы слушаете. So you hear the melody, but within that melody, the holy name is there. И вы должны слушать мелодию, но святое имя присутствует в этой мелодии. Ultimately, the melody is not important, it just simply will take some time, and gradually the holy name will come through and will develop that real attachment and taste for the holy name. Take some more practice. You have to practice. И хотя мелодия на самом деле не сильно важна, нужно какое-то время, чтобы почувствовать вкус к самому святому имени. То есть вы должны просто практиковаться. So in the beginning we focus more on the melody. But gradually, as the melody becomes natural, then the concentration can go more to the holy name. То есть в самом начале мы больше концентрируемся на мелодии, но постепенно, когда мы больше практикуемся, эта мелодия становится для нас очень естественной, и тогда мы больше уже начинаем концентрироваться на самом имени. So just keep chanting. Просто продолжайте воспевать. Спасибо большое, Харе Кришна. Thank you very much. Татьяна, а можно еще вот уточнить по поводу разницы? То есть когда джапа медитация, это как бы личная наша практика, и мы устанавливаем отношения с Кришной. А когда киртан, это что? То есть какая вот разница? What is the question is that what is the difference between japa and between kirtan? So when we do japa, we just we are in connection. We are in connection with Krishna by ourselves. But what is kirtan? Well,
Kirtan is where we're a group of people chanting together, right? Prabhupada described, he said, Kirtan is like the machine gun. He said, with Kirtan, everyone gets the mercy. Everyone. And then when the Kirtan is there, powerful Kirtan, everyone's chanting, everyone is getting the mercy. So japa is more like a gun, just fire one bullet, but Kirtan is a machine gun. Everyone's shot, everyone's getting the mercy. И джапа, она подобна просто пистолетному выстрелу, а киртан, он подобен пулеметной очереди, то есть когда все воспевают большое количество людей, и они делают очень, это делают сильно, воспевают сильно киртан, то он подобен очереди из пулемета, под его пули попадают абсолютно все, и все получают большое благо. So people definitely find it easier to develop taste for kirtan. They may not have much taste for hearing, but they have a good taste for chanting. И таким люди легче развивают вкус к воспеванию через киртан. Of course, we know sometimes people when they do japa on their own, then they go to sleep. They don't do it with иногда люди, когда они воспевают джапу самостоятельно, они засыпают. So there are things you have to be careful about. Doing japa, you don't want to fall asleep. You have to, maybe if you, sometimes somebody told me the other day, whenever they do japa, they go to sleep. I said, well, stand up. Don't sit down, stand up. То есть вы очень должны быть внимательны, когда читаете джап. Меня недавно спросили, а что делать, если я каждый раз во время джапа засыпаю, и я ответил, вы должны вставайте тогда. And walk. If you're falling asleep, walk, so you don't fall asleep. Если вы засыпаете, тогда начинайте ходить, тогда вы точно не уснете. And you want to sit down, then you can sit down, but you have to sit straight. You don't let your back bend, you have to sit up straight. И если вы садитесь, когда вы читаете джапу, то вы должны сидеть с прямой спиной. Вы не должны сидеть как-то сгорбленно. So some basic points are there. You have, if you follow these things, then you can do better japa. То есть это основные вещи, если вы им будете следовать, то ваша джапа будет лучше. But we should have taste for kirtan. Some people have good taste for kirtan, no taste for hearing. They come to class, or they have to sit and do japa, they fall asleep. Например, у некоторых людей есть вкус, нет вкуса к слушанию. И когда они приходят на какую-то лекцию или садятся читать джапу, они засыпают. And sometimes people, they do hearing and chanting, but they cannot remember. They're smaranam. They're not able to fix the mind on Krishna. They're not able to remember anything. И иногда даже люди, которые могут и слушать, и воспевать, они не могут заниматься смаранам, памятованием. Они не могут сконцентрировать свой ум и запомнить что-то. So we have to develop the ability to do these things one after the other. First kirtan, and then hearing better, and then remembering. И мы должны развивать свои способности во всех этих направлениях. Сначала киртан, потом слушание, потом памятование. So new devotees, we give them more kirtan. They're not able to do much chanting. We try to give them more kirtan, get taste for the holy name. И для новых преданных мы стараемся дать больше киртана, потому что у них нет вкуса, допустим, к слушанию. Мы должны им давать этот вкус, вот предлагаем киртан. Gradually introduce people to do more japa, to chant on the beats. Private meditation, personal meditation.
И постепенно прививая им вкус и воодушевляя, чтобы они читали джапу, то есть занимались личностной медитацией. Is it all right? Is it clear? Это понятно, да, Матаджи? Да, спасибо. Yes, thank you very much. Хорошо, можно спросить, да, Джанани Даси. Гуру Махараш только что сказал, что в материальном мире есть тоже лидеры, и они атеисты. Я хотела бы спросить, в ИСКОН, кто такой лидер? Потому что у нас в ИСКОН тоже есть всякие курсы по лидерству. Я бы хотела спросить, по согласно ГИТИ, да, стандарту Шрилы Прабхупады, который привезли, кто такой лидер в ИСКОН? You just talk about the leaders who are atheists and question that who is the leader in ISKCON? Prabhupada's the leader in ISKCON. Prabhupada leader in ISKCON. Prabhupada is our founder, Acharya. So the followers of Prabhupada. Prabhupada – это Ачарья-основатель, мы все его последователи. I was talking about the atheistic governments. Atheistic government, the leaders are often unfavorable to Krishna consciousness. Да, я говорил о лидерах атеистов, и они очень неблагосклонно относятся к сознанию Кришны. But ISKCON is a spiritual society. We don't have any atheists in our society. ISKCON — это духовное общество, и здесь нет атеистов. They're all nice devotees. Здесь только прекрасные преданные. Все. Okay, any other question? Есть ли еще вопросы? Хари Кришна, мои поклоны, можно, да, вопрос? А вот я насчет джапы. Когда настраиваешься на джапу и прилагаешь определенные усилия, чтобы чисто воспевать, то результаты всегда разные. То бывает, что джапа как бы более-менее чистое воспевание, а иногда при тех же усилиях ум гуляет, ну, то есть прям вот ужасно разочаровываешься, что не получилось джапа. И вот вопрос у меня, то есть джапа не накопительный такой процесс, что если ты начала уже чисто воспевать, и оно все время будет чисто воспевание, или это все равно вот такие волнообразные вещи, и почему они такие волнообразные? Понятно, Таня, задала вопрос. Mm-hmm. The question that, for example, when I chant, when I do japa, I need to make some efforts to do it more, more pure. But is japa is a cumulative process? So when I, for example, once I chant very pure, so after it I do it the same, I do it very pure after it, or it just one time is pure, another time is bad, one is good and is bad, just like wave. What is the process? Yes, it can be like that. It can be waves. It may be like that. It's up to the individual. It will be different for each person. Some people, they may be very consistent. И этот процесс, он очень индивидуален для каждого. Для кого-то это может быть такие волнообразные вещи, а кто-то может быть в этом очень постоянен. These things are caused by the anarthas, by the dirty things, by the material desires in the heart. They cause our japa to be unsteady. Cause our japa what?
кого-то микрофон включен. Because of the anarthas, the dirty things, the material desires in the heart, they influence the quality of our japa. И на качество нашей джапы влияют анартхи, нежелательные качества, которые находятся в нашем сердце. Different attachments, material attachments, material desires we have which come in the mind and they take our mind off the japa. Различные материальные привязанности, различного рода привязанности приходят в наш ум, и они отвлекают его от джапы. Sometimes the mind may be very steady, and other times it may be waves, as you described, up and down. Иногда он может быть очень спокоен, очень стабилен, а в другой момент он может то вверх, то вниз опускаться, как быть, как на волнах. We have to work on cleaning the heart, to get rid of the dirty things in the heart. И мы должны уделить наше внимание тому, чтобы очищать свое сердце от грязи. Just like Lord Chaitanya cleaned the Gundicha temple, and he was very careful in cleaning the temple, the Gundicha temple. Это подобно тому, как Господь Чайтанья чистил храм Гундича. Он был очень внимателен, очень аккуратен в этом процессе. Right, the Jagannath Rath Yatra festival. Yesterday was the bathing, the Snan Yatra of Jagannath, and then after 2 weeks, they will have the Rath Yatra. But before Rath Yatra, they have the cleaning of the Gundicha temple. It was yesterday, just washing of Jagannath. Yeah. И вчера, допустим, вот перед тем, как проводить Радха-ятру, сначала проводят омовение Господа Джаганатхи, это было вчера, и через несколько недель проводится сама Радха-ятра. Но вот перед Радха-ятрой чистится храм Гундича. So the cleaning of the Gundicha temple is compared to cleaning the heart. И чистка этого храма Гундича, она сравнивается с чисткой сердца, с очищением сердца. Lord Chaitanya personally showed the devotees how to clean the temple. He cleaned it not only once, he cleaned it twice, very carefully. И Господь Чайтанья своим примером показал преданным, как чистить храм, и он делал это не единожды, он делал это дважды, очень-очень аккуратно. He would even use his own cloth to clean the temple. И он чистил храм, даже используя свою собственную одежду. They cleaned the ceiling, they cleaned the walls, they cleaned all the dust, every grain of sand, they took it out. Они мыли потолки, мыли стены, выгребали огромные кучи песка. So the cleaning of the temple is like cleaning the heart, and if we clean the heart, if we clean the heart carefully, we will get rid of all of these dirty things, the material thoughts. И чистка храма подобна чистке сердца. Когда мы избавляемся, когда мы чистим свое сердце, то мы избавляемся от всякого рода грязных вещей и грязных мыслей. There are different kinds of dirty things in the heart. We will describe. Существуют различные виды грязи в сердце. There are offenses which we do in the worship of the deity. Это оскорбления, которые мы совершаем при поклонении божествам. There may be offenses which we do in dealing with devotees. Это могут быть оскорбления, которые мы совершаем в общении с преданными. And there are offenses to the holy name. И это оскорбление святого имени. And there is our own
weakness of heart, our attachment to material things. Это слабость нашего сердца, привязанности к материальным вещам. There are things like envy of other people, other living entities. Например, такие как зависть к другим людям, другим живым существам. And there are desires for adoration and distinction. Distinction. Адрита Храна Прабху, подскажите distinction. Honor. Это желание. Desire for honor. Это желание славы. We have to get rid of all these kind of things from the heart to chant the holy name purely. И мы должны убрать все эти вещи из своего сердца, чтобы чисто воспевать Святое Имя. So it takes some time. We have to practice. We have to. It's going to take some time. И мы должны практиковаться, но на это нужно время. Gradually, gradually, we will get rid of these different things from the heart, the different waves, and we will chant the name with steadiness and with conviction. И постепенно, постепенно мы избавимся от этих вещей в нашем сердце, и мы сможем повторять Святое Имя с решимостью, с убежденностью, с уверенностью. So we have to really make put some effort into the chanting of the holy name. То есть мы должны прилагать усилия в воспевании Святого Имени. It's very important activity. Это очень важная деятельность. Okay, you can understand. Вот этот момент понятен, да, Матаджи? Да, спасибо большое. То есть правильно я поняла, что не надо битву с умом устраивать, а нужно настраиваться вот на очищение сердца, да? Am I understand correctly that we should not conquer with our mind, we should clean our heart? Yes. Cleaning the heart. Cleaning the heart means also controlling the mind. Очищение сердца — это значит контролирование ума. Control. Sometimes Srila Prabhupada would say that chanting Hare Krishna is not a question of the mind. You use the tongue to chant and the ear to hear. And if you do these two things, then the mind will be controlled. И Шрила Прабхупада говорил, что повторять Хари Кришна — это не вопрос для ума. Вы используете для этого свой язык, чтобы произносить Святое Имя, и уши, чтобы его слушать, и таким образом ум оказывается под контролем. Спасибо большое. Хари Кришна, все понятно мне. Thank you very much. Мои поклоны. My obeisances. My obeisances. И вам тоже. Okay, any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? No, it seems to be not. Okay. There's no questions. One more. Да. Еще можно? Можно как-то вкратце сказать, кто такой Шикша, какая его обязанность, в чем она заключается? What is the duty of Shiksha? What is the duty of Shiksha? Yes, the duty of Shiksha, yeah. You mean, what is the duty of somebody giving Shiksha or somebody taking Shiksha? Вы имеете в виду обязанности того, кто дает шикшу, или те, тот, кто принимает шикшу, обязанности того, кто дает? Who giving? Somebody is giving shiksha. Yeah. Да, what is the duty of somebody who is giving shiksha?
So somebody is giving shiksha, we want to encourage them to have faith in the Diksha Guru. И те, кто дает шикшу, мы должны, ну, скажем так, поощрять их, чтобы они taking what? They should help. Гуру Махарадж, would you? I said they should. They're giving shiksha. The duty of shiksha is to encourage people to have faith in their Diksha Guru. И обязанность шикшигуру заключается в том, чтобы воодушевлять людей обретать веру в их дикшигуру. And ultimately to connect them to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's teachings. И связывать их также со Шрила Прабхупадой, с его учением. So the purpose of initiation as well as shiksha is to bring us closer to Prabhupada and to feel part of Prabhupada's society and connected to his teaching. И дикша так же, как и шикша, они призваны к тому, чтобы соединить нас с Прабхупадой и сделать нас ближе к его учению. Now in Bhagavad Gita you have Arjuna surrendering to Krishna, and Arjuna is asking Krishna, please instruct me, tell me what to do. И в Бхагавадгите, когда Арджуна предается Кришне, он говорит: пожалуйста, наставляй меня, скажи, что мне делать. Right, in the second chapter, Arjuna is saying, Shishyastiham sadimam tvam prapanam. Arjuna is saying, I am confused about my duty. Please tell me what I should do. I'm surrendering to you. You please tell me. И во второй главе Бхагавадгиты Арджуна говорит: пожалуйста, я не знаю, в чем состоит мой долг, пожалуйста, наставляй меня. So Krishna was asked to give shiksha to Arjuna because Arjuna didn't know what he should do. He was confused. He was confused about his duty. So the duty of one giving shiksha is to help guide a person properly to fulfill their duty. Таким образом Кришна давал, Арджуна спросил у Кришны о наставлениях, поскольку он сам был растерян, сбит с толку, каковы же его обязанности. Таким образом, обязанность Шикша Гуру как раз давать такого рода наставления, наставлять на путь. We don't want people to act irresponsibly. We want them to act... Haribo? Yeah? Yes. Yeah. We encourage devotees to act responsibly and not to neglect their duties. И мы воодушевляем преданных, чтобы они исполняли свои обязанности, не, скажем так, не игнорировали их. So giving shiksha means to guide people how to fulfill their duties. И таким образом давать шикшу — это значит вести людей в том, как правильно выполнять свои обязанности. Material as well as spiritual. Как материальные, так и духовные. So giving shiksha. Не слышно? Я говорю, да? Да. Ага, спасибо. Это подразумевает, что шикша, ну, должен быть начитан, или на разных периодах нашего духовного продвижения у нас могут меняться шикши, например. Кого-то мы приняли еще не начитанного, к примеру, шикшу, да? А потом Кришна нам подводит начитанного шикшу. Ну, в смысле, вы имеете в виду тот, кто знает шастры, да? Да. Начитанный. Да. Еще раз суть вопроса. То есть шикша, он обязательно должен знать шастру? Или это все зависит от нашего прихода в ИСКОН? Сначала можем принять того шикшу, который не очень знает, да, шастры. Но по мере нашего развития Кришна нам будет подводить более начитанных и начитанных или Кришну. Does it necessary that Shiksha Guru should know shastras? Or it depends on our consciousness? For example, in the very beginning, Krishna can give us not very scholar shiksha, and he would not be, for example, very good in shastras, but
according to our level in Krishna consciousness, if we rise, if we advance, so Krishna can give us Shiksha Guru who will be more advanced in Shastra. Well, the qualification for Shiksha Guru is the same as the qualification for Diksha Guru. Микрофон, пожалуйста, выключите, очень плохо слышно. Would you repeat once again, please? Qualification to give Shiksha is the same as the qualification to give Diksha. They both have to know scripture. И квалификация, чтобы давать Шикшу, она такая же, как и квалификация давать Дикшу. То есть оба этих человека, они должны знать Священное Писание. You're going to guide someone, you have to know the scriptures, you have to be able to give proper instruction. То есть, если вы собираетесь кого-то вести и наставлять, то вы должны знать Писание, чтобы давать правильные наставления. Right? There is sadhu, shastra and guru. Sadhu, the devotees, the advanced senior devotees, shastra and the scriptures and guru, the spiritual teachers, they should all have the same message. Саду, шастра и гуру. Саду — это очень такие возвышенные, преданные шастры, это священные писания, гуру, духовные учителя, они все должны нести одно послание. We cannot instruct people in devotional service if we don't know the scriptures. Мы не можем давать наставления людям о преданном служении, если мы не знаем священных писаний. Devotional service must be according to the teachings of the scriptures. Преданное служение должно соответствовать учениям священных писаний. So the Shiksha Guru has to guide people properly according to sadhu and shastra. И Шикша Гуру должен вести людей должным образом в соответствии с тем, что говорят садху и шастры. Of course, he has to understand the ability of the person, how much they are able to follow. Конечно же, он должен понимать способности человека, то есть чему он готов следовать. And so everything will depend on the time and the place and the circumstance. И все будет зависеть от времени, места и обстоятельств. So the instruction cannot just only be, you know, blind. One has to take into consideration the ability of the person and the circumstances and the place. Everything has to be considered. Чтобы давать кому-то наставление, нужно рассматривать время, место и обстоятельства. Это не слепое наставление. So, Haribol, yeah, you're there, yeah. So we can understand. It's very difficult sometimes to give people instruction. И мы должны понимать, что иногда очень сложно давать людям наставления. One has to know fully the situation behind the person and circumstances. Человек должен полностью понимать ситуацию, в которой находится человек, обстоятельства. So duty of giving shiksha is to help a person, but we give shiksha to help a person to come to advance in Krishna consciousness. И обязанность шикши в том, что чтобы люди продвигались в сознании Кришны, росли. But sometimes it may not appear like this is helping a person advance in Krishna consciousness. What do you mean? Just like Arjuna. Krishna was telling Arjuna to fight. And so we may think, oh, Krishna is telling Arjuna to fight in the battle and to kill, but that's not going to help his Krishna consciousness. Mm-hmm.
иногда это может выглядеть не таким образом, что как будто это поможет сознанию Кришны. Например, когда Кришна говорил Арджуне идти сражаться, можно подумать, ну а как это поможет сознанию Кришны? But actually it was helping Arjuna, because it was Arjuna was then surrendering to Krishna. Но на самом деле это помогло Арджуне, потому что Арджуна предавался Кришне. So that's the goal of Shiksha, to help all of us to surrender to Krishna. Таким образом, цель Шикши — помочь всем нам предаться Кришне. Hare Krishna. There is another question. What is how to understand? Am I progress or degrading Krishna in spiritual life? Yeah. Okay. So you can understand how much you're progressing or regressing in your spiritual life by how much you're developing an attraction to chanting the holy name and hearing about Krishna. И вопрос такой, каков критерий духовного роста, как понять, прогрессирую я и деградирую? Вы, и ответ Махараджа таков, что вы можете понять, насколько я привязан к повторению и слушанию о Кришне. How eager are you to follow the four regulative principles and just to eat Krishna prasadam? Насколько вы наполнены желанием следовать четырем регулирующим принципам и вкушать Кришна прасад? We can understand how serious, how much we're progressing. Have we lost an interest in sinful activities? Мы можем понять, потому насколько мы прогрессируем, потому насколько мы теряем интерес к греховной деятельности. Are we still thinking about drugs and illicit sex and these things? Все еще думаем ли мы все еще о наркотиках, незаконном сексе и прочих вещах? This is how we can understand if we're advancing or not. И по этим параметрам мы можем понять, прогрессируем мы или нет, насколько мы прогрессируем. Agree? Вы согласны? Yes, thank you. I understood. Very good. It's in chat. Another question. We clean our heart, but can we do it fully? Or just fully clean our heart, or it's impossible? There is a lot of dirty things there. Yes, there is a lot of dirty things there. That's why I said it's going to take some time. You have to clean it very carefully and you have to be very regular and be patient. Вопрос такой, мы очищаем свое сердце, возможно ли его до конца очистить, и там так много всего. Да, это возможно, но мы должны это делать регулярно. Мы должны запастись терпением, все это происходит очень постепенно. We've been in the material world a long time, and we have a big accumulation of things in the heart. И мы находимся в материальном мире достаточно долгое время, и в нашем сердце скопилось очень много материальных вещей. We bring them with us from the many lifetimes. Мы несем их с собой в течение очень многих жизней. We have to really take shelter of the holy name. Мы должны принять прибежище святого имени. But the holy name is very powerful. It can help us to get rid of all of these things. Но святое имя очень могущественное, оно может помочь нам избавиться от всех этих вещей. Are you ready to get rid of them? Do you really want to get rid of them from the heart? А вы готовы избавиться от них? Вы действительно хотите извлечь их из своего сердца? Just like we have so many things at home, and you know, often they're useless things, but we keep them anyway. Oh no, no, I want this. Oh, I'm attached to this. Oh no, we don't ever use it. Some clothes or some shoes you never wear.
And but still, oh no, no, don't throw them out, no. Это подобно тому, как мы держим дома кучу каких-то вещей, и несмотря на то, что мы ими не пользуемся, они лежат где-то там, но тем не менее нам жалко их выбрасывать. О, не могу, я к этому так привязан. Нет, нет. So things in the heart like that, very hard. We have this attachment. We want to keep them. И разного рода вещи в нашем сердце подобны этому. Мы к ним очень привязаны, и мы держимся за них. But if we're really sincere, we really do want to get rid of them, the holy name can help us to get them, take them out. Но если мы очень искренни, и мы реально хотим от них избавиться, то Святое Имя поможет нам в этом. And it said, even one time chanting the holy name can get rid of all these things. И говорится, что даже единожды повторенное Святое Имя может избавиться от этих всех вещей. But we have to chant with real purity. Мы должны повторять с истинной чистотой. With full attention, with full concentration. С полным вниманием, с полной концентрацией. And then don't bring them back. Once you get rid of them, don't let them come back. И затем, если вы от них избавились, уже не позволяйте войти им обратно. Keep the shelter of Krishna. Stay connected to Krishna. Примите прибежище у Кришны, оставайтесь на связи с Ним. Okay. Hare Krishna. Okay, Tatyana? Yeah, no questions. Okay, so we'll finish. Okay, so thank you very much. Hare Krishna. Have a good weekend. Всем спасибо большое. Hare Krishna. Всем хороших выходных. Hare Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Tatyana. Hare Krishna. Peace.